Хорошо. Так лучше не делать. Всем доброе утро. И перед тем, как смотреть это видео, обязательно посмотрите на дату. Это очень-очень важно. Еще раз вам напомню, у нас сегодня на улице май месяц. У меня 3-е число на момент съемки. А мы еще катаемся на лыжах. Значит, я еще катаюсь на лыжах. Вот мои лыжки. Сейчас я на трассе 2А в Буковеле. Что я вам скажу, склон просто бомба. Я сейчас хочу уже съехать, кайфануть здесь. Людей нет, ну просто ноль. Смотрите вокруг меня. Просто ноль людей. Ну и тут у нас работает трасса 2С, синяя, и 2А, любимая. Так, я уже сделал первый спуск, сейчас вам покажу ближе этот типа вельвет. Сегодня был мороз немножко, видите, мои палки я их бросил, они от меня сразу отъехали. За ночь оно все подмерзло, оно такой бетончик прям. Хотелось бы, чтобы бетон был не такой, как сейчас. Получается, вчера была крупа, каша, эта каша замерзла, и она так и осталась такими прям, как льдышками местами. То есть лыжа, ну, немножко не так едет по нему. Если бы был гладенький бетончик, это была бы бомба. Это была бы пушечка, лучше склону просто не найти. Но через полчаса это все отпустит, и будет склон мягенький, удобненький, комфортный для обучения всему, чему вы хотите. Поверьте, на таком склоне прогрессировать просто идеально. Ну и, конечно же, у нас нету людей, поэтому весь склон в вашем распоряжении. Катайтесь, накатывайте, учитесь. Совершенствуйте свою технику, все будет бомба. Значит, примерно вот так вот все выглядит отсюда, со середины трассы 2А. Сейчас покажу еще с другой стороны. У меня здесь едут классика стайл. Да и такой. Ну, видите, люди на трассе 2А ездят, значит, понятно, что приехали опытные лыжники. Да, кстати, приехали несколько мужчин, ну, такие, которых я знаю, там пишут постоянно комментарии и так далее. Так спрашивают вопросы там о своей каталке, о технике катания в общем спрашивают. Но они просто, чтобы вы понимали, в апреле закрывали свой сезон, сейчас приехали, говорят, вот там мы решили еще раз закрыть сезон. Почему бы и нет, если склоны пустые, каталка бомба. Говорю, круто, классно вам. Ну, то есть понятно, что для других людей сейчас работает тот принцип, что зима для лыж, все остальное время для моря. Кстати, смотрите мой инстаграм, фейсбук, я там провожу прямые эфиры с Буковеля и пишу посты, можете посмотреть, там о зиме, лете тоже писал, о палках писал, нужны ли они вам вообще, ну и о других вещах. Заходите, ссылочки оставлю. Bye-bye, see you later.